видите как? Здорово. Сразу же звук появился. Здорово, привет. Здорово. Сразу же звук появился. Привет. Решил на джазы типа смотреть. Ну, понял. Ясно. Но это вот кто чат рулетку держит, вот решили просто меня включить, чтобы вас слышно. Как хоть дела-то? Нормально, пойду. Вы что, меня все смотрите, что ли? Не, ну прикольно. О, здорово. Так вы все меня смотрите? А, короче, они сделали так, что все... Смотри, они все с меня смотрят. Они специально это сделали. Не, ну мне приятно все равно. Реально еще здесь их найти. Сейчас найдем. Давай. Ты их держи, а я пинать их буду. Ты откуда? С Таиланда. Все, ладно, давай прекращай. Да, давай, завязывай. Все, собрались. Не, ну ладно, давай по-серьезно поговорим. Давай, попробуем. Подожди, я сейчас слезы вытру. Давай, погнали. Все, давай по-серьезки. Чё стало? Чего встал? Чё стало, говорю? Не понял. Чё стало? Нормально всё? Ты где находишься? Тебе ещё в России не дали, что ли? Так а ты мне дашь, что ли? Ну ты где находишься? Ну где я нахожусь? Рядом с тобой нахожусь. Вот сейчас мы с тобой разговариваем. Видишь, ты сыж. Нет. Не слышишь? Никто не обижает. Да ты, тебе приехали, ты начал выебывать, ныть начал, а как в своем стриме начинаешь выебывать. Как тебя зовут? Меня Вова зовут. Нет. В смысле нет? Ну, значит, ты боишься свое имя сказать? Ты ебать. Глаз это убрать, это как бы беспредельщики какие-то, что ли? Почему? Я не знаю, ты такие вещи там базаришь, там где-то сидишь на. Просто нас напрягают такие очкошки, как ты, которые переобуваются. Да. Ну я понял. Че ты понял? Ну чего хотели-то? В смысле, чего хотели? Это ты нам позвонил, хочешь? Да, это я позвонил, вам, блин. Да. А где этот Камбала-то где? У нас нет таких. Нету таких? Как тебя зовут? Не, а что я неправильно сказал? Вот, да скажи. Ты вообще ничего неправильно сказал. А что я сказал? Ты просто интригант, вот и все, не более. Не, подожди, а что я неправильно сказал? Ну неправильно, вообще ничего не сказал. Не, ну ты... Правильно? Ты сказал, ты же своим кентам сейчас рассказываешь, что, чего я нет. Я не кентам, правильно? Я одному другу только рассказываю. Ну это твои же кенты, правильно? Слышишь, неуч, кенты это во множественном числе. А он сказал другу. Получается, ты, слышишь, на вопрос вопросом отвечаешь. Ты стрелки метаешь. Ты выйди из сумерка. Дай я хоть на тебя посмотрю. Да не, мне по кайфу так.
Ну, понял. Не, подожди, не, подожди, что я неправильно сказал? Ну, ты же сказал. Ну, вот. Ну, ты сейчас расскажешь. А ты говоришь тогда, что я... Подожди, не перебивай. Ты говоришь, что я интригант и так далее. Ты доводишь до человека, правильно? Что я там как-то слышал или... Ты видел это? Не, я сам видел, я видео это видел, как ты ударил ее по ноге. Я понял тебя. Чего вы хотели? В смысле, что хотели? Так ты там позвонил. Так ты попал, вот. Куда я попал? Да, ему, короче, он что-то, ну, на стриме прокатился, иди сюда, туда-сюда, короче. К нему приехали, он дверь не открыл. Как раз 8 марта было. Ему цветы и киндер, короче, наставили на двери. Это факт. Было такое? Нет, такого не было. Не было? Ну ладно, я сейчас все доказательства могу показать об этом. У тебя людского нету! Это у тебя людского нету, когда ты сидишь... Ты стрелочник! Ты потерпила, просто понял, очко, блядь! Терпил это просто вы, задницу, а не я. Даешь, на... Смотри! Да куда вот смотреть? Вот... На что смотреть? Да терпил это даже вы, даже выслушай, на вопрос вопросом отвечаешь, стрелки метаешь, заднюю даешь, блядь! Что вот и это? Ты сидишь и говоришь, я понял, ну ладно, и хуй ты не понял! Вы друг за друга, что ли, там, я не понимаю? Ну. Я говорю, ты обиделась? Так мы кинты, потому что мы всегда друг за другом. А вы у тебя кто друзья-то? Вот я скажи, понял, у тебя кто друзья-то? Вы толпой разбираетесь, я понял. Нет. Я понял, вы толпой разбираетесь, да, так? Какой толпой? Обычный! У тебя есть ко мне какие-то вопросы? В смысле, ну, какие-то вопросы? Я тебе лично говорю... Мне... Подожди секунду. Нет, тебе нормально? Тебе нормально? Я по факту объясняю, кто ты такой своему другу, правильно? Мне не... Ты объясняешь своему другу? Да, объясняю, а ты отказываешь. Я тебе так объясню, и твоему другу. Если ты объясняешь своим друзьям, своим кентам, какой я, и ты просто интригант, вот и все. Я тебе правду я скажу. Я интригант. Да. Я тебе, сейчас это говорю себя. Просто, скажи открыто. Скажи за себя, слышишь? Не, а на ту же... Не надо сейчас кричать, себя. Я сейчас говорю. Я не перебивал вас. Слышишь, Вася, ты же перебивал меня, когда я с тобой общался. А мне с тобой не о чем общаться, я тебя не вижу. Я разговариваю с Вовой, с твоим кентом, с твоим другом. Нет, ты говоришь, когда тебя перебивают... Давайте мы закончим сейчас диалог, ты говоришь, потому что это диалог. Я сейчас говорю. Да мне не а интересно. А когда мы говорили, ты перебивал. Ну, вот видишь, не по кайфу ситуация, да? Когда мне, с тобой так да же общаются, как правда. И ты. Мне не интересно, честно. Вот и все. А что тебе интересно? Не, он долб... Не зря про него Реутов говорил на туре. Да, я такой. Чё тебе? Еще раз. Чё тебе? А чё, найти хочешь? Я просто, понимаешь, я в том плане говорю, то, что ты просто интригант. Я тебе объясню за это. Давай, объясни. Ну, объясни, давай. Я объясню тебе, если тебе надо. Я тебе так скажу, онлайн, что ты интригант. А офлайн, ну, если я тебе вот так вот скажу, просто без всяких там стримов, без всяких хуй, я тебе также в лицо скажу, что ты интригант. Не, а за что интригант-то? Какая интрига? Ну, я тебе уже это объяснял. Если у тебя просто беруши... Просто... А что ты объяснил? Что я ты тебе объяснил? Уже объяснил. Ты не интригант. Объяснял. Ты просто сказал интригант, и все. Да, а пояснений никаких да. нету за это. Но вы постоянно толпой, да. Вот один-то мне не скажешь. Там, вот мы отойдем с тобой, допустим. Ты же мне не скажешь этих вещей. Ты так говоришь сейчас за камерой, да? Да? Потому что ты знаешь, что ты не при... Тебе даже если приедешь, ты дверь не откроешь. И ты сам не приедешь. Пацаны, честно поэтому скажу, ты можешь... вы другого немножко полета открывал людям, открывал, а вы немножко другого полета. Ага. Мы орлы, а ты плавать не умеешь. Я на самом деле достойнее, чем вы, отвечаю. Достойный? Какое тебе достоинство? Какое тебе... Ты... Где твоя здравость? В чем твоя здравость заключается, скажи мне? Ну уж я тебе точно это пояснять не буду. Почему за тебя человек, твой друг, разговаривает, я не понимаю. Я за него не говорю, я за... Ты я что, свое язык мнение проглотил? Говорю. Он Володя. Свое мнение, он Володя. Уже понял, кто ты. Там, кто без лица кукарекает, открой личико. Чё там было? Нет, смотри, ты хотел со мной пообщаться, да? Давай, вот, смотри, давай. Здорово. Давай. Здорово. Как тебя? Виталий. Говори. В чем твоя здравость заключается вообще? Все, ладно, пацаны. Без негатива. Видишь, съеб...
Без негатива, чтобы этот, ну, типа... Да, без негатива. Нет, ты хотел со мной пообщаться. Да я с тобой не хочу общаться, братан. А как? Ты сказал, ты хочешь со мной пообщаться. Ты не видишь моего лица, ты не будешь со мной общаться. Вот я тебе показываю свое лицо. Ну, я давай пообщаемся, давай. Ты говоришь, что вот я тебе не буду ничего говорить, пояснять. У тебя же есть товарищ, правильно? Есть, да. Ну, ты с каких выводов делаешь то, что я какой-то, ну, нехороший человек? По общению с тобой. А, по общению со мной, понял. Ну, ты понимаешь, ты задаешь элементарные вопросы, да, вот. Ага. Если даже говорят, что вот даже есть видео, да, вот это вот. Нет, а подожди, вот смотри, у нас диалог состоял только нет, из этого. Нет, уже, вот смотри, вот, опять же я понял, почему. Ты говоришь, давай пообщаемся. Я говорю, давай, ну, все хорошо, давай общаемся. Я начинаю говорить тебе что-то, объяснять. Ты, все, стоп, давай, нет, давай я скажу. Перебивать, видишь, вот это, вот эти моменты все, как бы, ну. Поймал. Понимаешь, тебе говорят, вот ты говоришь, я достойный. Да. Вот в чем твое достоинство есть вообще в принципе? Ну, за свое достоинство тебе точно я не буду объяснять. Вот так, ну сказать. Вот, а кому ты будешь объяснять это, скажи мне? Чисто перед собой только могу объяснить. Ну, перед собой, это понятно, для себя это базаров нет, да? Угу. А вот на улице, да, вот, среди пацанов, вот как вот? А кто ты? Я кто? Ну да. Да я обычный простой пацан. Ну, так и я такой же. Со своими какими-то принципами есть, понятиями в жизни. Ну, так и я такой же. А почему, вот и, я, должен, ты так же, а почему да? я должен вот, перед тобой... Понимаешь, мне не сложно кому-то объяснить, если мне зададут вопрос ко мне подойти, я не буду говорить, а кто ты такой, что это. Я могу объяснить, мне нечего как бы... А что ты можешь объяснить свое? Там? Я могу сказать, да, я, за какие-то свои достоинства, да, какие-то... В чем моя здравость заключается? Какие у тебя есть достоинства? Вот, допустим, у меня достоинства какие? Да. Ну вот смотри, а что ты... Да, хорошо, давай, допустим. Что ты считаешь достойным человеком? Кто, нет, достойный? Подожди, я кто такой достойный человек для тебя? Вот, допустим, какой для тебя достойный поступок? А ну, достойные поступки могут быть разные. И каждый ее считает достойным. Вот кто-то считает его недостойным, нет, ну, а кто-то давай считает. Тебя... Виталий. Тебя Виталий же зовут, правильно? Ну, хотя ну, тебя не Виталий зовут. Смотри. Ты что там, на полставки в Англии, что ли, работаешь? Да я пьяный просто, понимаешь? А, ну поэтому, да? Да. А, что для тебя вообще, вот, что ты сделал вообще в своей жизни достойного, чтобы считать себя достойным человеком? Ну, я свою семью обеспечиваю. Сейчас говорится не про тюремные, не про лагерь там и все остальное. А я теж про лагерь вообще не заикался. А, ну да. А ты я был же там? Не говорил, а как был? На зоне. А ты был там? Я не был на зоне. Ну и слава богу, не будь там. Зона — это зона. Зоновские понятия, они а сколько в зоне тебе лет? Не остаются. 26. Я в 12 лет в трину играл с барыгами, а ты в 26 лет уже такой хуй занимаешься. И начинаешь всякую мне дрянь городить. Вот и все. Че ты в 12 лет делал? В трину играл. Че, это достойно, что ли? Достойно чего? С бизнесменами. Барыги давно стали бизнесменами-то, б***ь. Тогда, ну, что, посредники, б***ь, бизнесменов, на. Барыги-бизнесмены. Слышали, вы в натуре крутые чуваки. Ты для начала представься, кто ты, от кого шагаешь. Кто-то, от кого ты шагаешь. Да нет, дело не в этом, пацаны. Ну, правда, я без негатива, честно. Ты не подумай там еще. Не, ничего. Вот там вот тоже тип сидит, кто ты, от кого ты шагаешь. А чтобы быть порядочным пацаном, надо от кого-то понимаю шагать, разве? У меня это так, аудитория. На комментарий. У меня так, на комментарий. Еще серьезные чуваки. Серьезные, да. Я ничего не говорю, серьезный или несерьезный кто. Просто для простого пацана, который живет себе как-то, какие-то есть какие-то принципы, да, мнения на что-то, да, на какие-то поступки. Не обязательно от кого-то шагать или под кем-то быть. В этом-то и заключается, что ты не должен там смещаться к толпе, что ты можешь с толпой, что без, один. В этом-то вся суть, а не от кого ты шагаешь. Я шагаю от своей матушки, которая меня родила, которая я пришел на этот свет. Вот от кого я шагаю. Ну, это порядок. Это я не должен под каким-то дядя Петя авторитет под ним ходить. Да не так не будет.
не какая-то шестерка там, да, там. Есть, есть пацаны, да? Это не работа, это не на заводе, как бригадир тебе сказал, пришел, подал, иди, не мешай, да? Есть коллектив, а авторитет, не авторитет, это уже другие рассудят. Вот, видишь, тебе пишут, в полицию обратишься, а ты за меня не знаешь, ты свечку не держал. Вот у тебя рядом сидит твой товарищ, твой друг. Ну. Вот, смотри. Да. А, я твоему другу сказал то, что интриган. Да. По факту. Он тебе сказал какие-то вещи. Ты с этих вещей, как он интригант, потому что он придумал эти слова, от кого-то услышал. Он тебе это передал. Ты с этого сделал вывод обо мне и начал со мной разговаривать так. Вот смотри. Но ты же говоришь то, что ты ни от кого не двигаешься, правильно? У тебя нет, я ни от кого. У меня есть только коллектив. Только коллектив есть. И... Я тебе вот вопрос задал, ты обратишься или нет. Я не утверждаю. То есть, защищая семью или друга, ты бы обратился в полицию? Я немного... Сейчас, погоди-ка, ну-ка. Если бы у тебя были, короче, вопросы какие-то, и тебе бы... Обратился бы ты в полицию? Нет. В ментовку я бы не пошел, не обратился. Я никогда не обращался. И если... Допустим, сложится такая ситуация с моим другом, и мы будем в этот момент вместе. И а если ты будешь один? Если один, то я один и буду. Понял. Понимаешь, это... Ну, знаешь, как я тебе скажу? Потому, есть, знаешь, сколько людей, которые говорят... Вот у меня сколько было людей знакомых, ну, сейчас они для меня знакомые, которые когда-то, когда мы с ними когда-то гуляли, да, кто-то там доебался на нас, мы дали ему... И он пошел заявление, написал. Толпой, и только меня одного толпой, потянули. Да? Толпой, да? Не, ну вот там, вот компания, и мы компания, допустим, да? А. Вот, то есть, но мы не беспределим. Я переживал. Парень в машине, значит, у тебя не было таких ситуаций. Поэтому не зарекайся. Ты должен был ответить. Жизнь покажет, раз ты порядочный. Смотри, я тебе просто скажу то, что... Я не нравоучением у тебя не буду заниматься. Ты вроде нормальный пацан. Но интриги гнать друг другу не надо. Вот и все. Вот, допустим, у тебя... Не, сидит... а в чем интрига-то была? Ну, я тебе сказал правду, услышишь. Что ты интриган. Потому что нельзя... Не, а в чем интрига-то интрига? Была? Интриган ты в том плане, что ты говоришь те вещи, которые не являются действительностью. Ёпта. Вот и все. Не, человек... а что не действительно было? Конечно, нет. Ты человеку не, а что было недействительно? Ты человеку преподносишь те вещи, которые не являются действительностью. A few minutes later. А ты доказал? Да, вот же видео. Понял. Вот же видео. Да он... Видишь, как так? Вот как тебе относиться? И ты говоришь, я достойный. Ты просто так считай, меня назвал... Да. А за что я... Я не просто так. Вот а один интриган сидит, а ты... А зачем я... Ну, просто вы мне не нравитесь. А, ну вот, видишь, все! А он говорит, без негатива, без негатива. Без негатива, честно. Без негатива? Ты говоришь, ты... Я сейчас поясню, почему мне не нравитесь. Потому что ты лучше поясни за то, что ты меня назвал... Ну, я тебе сейчас поясню, почему. Потому что ты... С интригантом просто сейчас общаешься и говоришь то, что я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я как Чак Норрис, я воу-воу-а, хватит игнорить, зайди в WhatsApp. Я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я как Чак Норрис, я воу-воу-а, хватит игнорить, зайди в WhatsApp. За тобою я хожу, твои сторисы смотрю, и никак не нагляжусь я на эту красоту. А быть может я дурак, размечтался просто так. Ну подмигни мне хоть разок, на Бора-Бора отвезу. Я твой техасский рейнджер, ты моя Мадонна. Убила меня взглядами, мне совсем не больно. Делаешь двойной удар, я включил антирадар. И между нами, ой, какой пожар. Я как Чак Норрис, я как Чак Норрис, я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я как Чак Норрис, я воу-воу-а, хватит игнорить, зайди в отца.
как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я как Чак Норрис, я воу-воу-воу, хватит игнорить, зайди в WhatsApp. А я уже билеты нам купил и на моря тебя позвал. Тебе уверена, я подкатил вот такой вот сериал. Я как Чак.